Ну и переносимся на Камчатку. Сразу две группы туристов попали там в безвыходное положение. Помогли незадачливым путешественникам только спасатели МЧС. Четырех мужчин пришлось вызволять из грязевого плена в районе вулкана Вачкажец. Туристы отправились на машине смотреть живописные уголки Камчатки. Но на обратном пути дорогу размыло, и выбраться сами мужчины уже не смогли. Всю ночь они пытались вызволить автомобиль самостоятельно, но в итоге все-таки вызвали профессионалов-спасателей. Они уже отбуксировали автомобили, доставили людей в безопасное место. Ну а после этого спасатели отправились на помощь к другим бедолагам. 9 человек, в том числе один ребенок, отдыхали на горячих источниках. В путешествие они тоже отправились на автомобиле и также оказались в капкане. Из-за осадков уровень воды в реке значительно поднялся, и форсировать ее на машине было попросту невозможно. Ну, разве что на КамАЗе, как мы видим, это возможно. Спасателям пришлось возводить навесную переправу и по ней уже доставлять туристов на другой берег. К счастью, после такого экстремального отдыха помощь медиков никому не понадобилась.